Всем привет, с вами снова Ляпок Фалкон. И сегодня я смотрю бой, который пройдет 27 марта. А именно поединок между Тайроном Вудли и Вишан Тавуке. Шанс, на мой взгляд, тут 50 на 50. Но я думаю, что Вудли одержит победу вожделенным решением судей. Скажите, кстати, что вы думаете по поводу этого поединка? Кто, по вашему мнению, победит и каким методом? Также, по традиции, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки находятся в описании. Оппонент. Тайрон из волны Вудли. 26 боев, 19 побед. 7 нокаутом, 5 сдачи, 6 поражений и 1 ничья. И Вишенте, бесшумный убийца в руке. 27 боев, 19 побед, 11 нокаутом, 6 сдачи, 7 поражений и 1 ничья. Потому что на этот день у нас больше не выходят. Приходится представлять их вот так вот. Больше готовы, и сейчас мы начнем. Первый раунд, погнали. Из рефери и в Шававиль. Идет Вудли в атаку. Лоу кик. Восьмен. Мимо. Вудли больше паузу. Попадает Вудли. Хай-кик. Лоу-кик. Неплохо попадает в шавуке. Апперкот. Попадает в руке и падает в Вудли. Попытка бэкфиста. Мимо. Вашмен. Попытка тейкдауна от Вудли, и она оказывается удачной. Пока идет борьба в полтеле, попытка болевого от Тайрона. Посмотрим, что из этого выйдет. И освобождается в руке. И переворачивает вожделя своего оппонента. Тяжко приходит пока в руке полутели. И поднимается больше в стойку. Вашмен. Мидл кик. Делает башок Вудли. И снова попытка удушающего. Сейчас получится ли сейчас или нет. Похоже, что да. И стучит в руке, и бой окончен. Все-таки Вудли довел дело до конца. Ликует Тайрон. Очень важно. Важную победу Вудли, а нам покажут, как это было.
повел уже дальше в первом же раунде, одерживает Тайрон Ишбурны Вудуля. Тоже посмотрим, как на самом деле пойдет этот поединок. Статистика боя. Вудуль попал 26 ударов из 49. В руке 27 из 54. Пассивным ударом 5 из 20 Тайрон, 6 из 17 Вишенте. По нокдаунам 0-1. В руке тейкдаунов не повредил, в Вудуле были 2 удачных попытки из 4. Контроль минута 18 секунд в Вудуле, 8 секунд в руке. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию, можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!